В эти дни россияне выбирают не только президента. Продолжается голосование за объекты, которые будут благоустроены в будущем году в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Сегодня уже третий день. Активно голосуют и в Дагестане. Помогают волонтеры, которые рассказывают о вынесенных на голосование локациях и отвечают на вопросы жителей. Так, в Каспийске жители города активно отдают свои голоса за общественные территории, которые хотят видеть обновленными уже к 2025 году. К концу второго дня выбор сделали свыше 4000 горожан. Голосование проходит на сайте zagorodsreda.ru. У нас выбрано 6 территорий, которые будут благоустроены в 2025 году. Граждане города очень активны, им все это очень нравится. Они поддерживают те территории, которые выбраны, и активно участвуют в голосовании. Я хочу еще также призвать то население города, которое, к сожалению, пока что не пришло на выборы и на голосование, активно подключиться к этому, потому что, возможно, именно от вашего голоса зависит то, какую территорию начнут первой благоустраивать.